было. Включился звук.
Всем привет, друзья! Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Мини-футбольная лига Алма-Ате, самый высший дивизион премьер-лиги, приветствует вас. Сегодня предпоследний тур завершающего сезона, осень 2018. И встречаются две команды, которые замыкают турнирную таблицу. Команда Линдстрёмана в желтой форме и коллектив под названием Media Partners в форме Пари Сен-Жермен. Два коллектива, в активе у которого у одного из них 7 очков. Речь идет сейчас о команде Media Partners. И Линдстрём набрал по итогам этого сезона 12 очков. Несмотря на то, что играют два аутсайдера премьер-лиги, матчи обещают быть сегодня очень и очень интересными. Ведь на самом деле турнирная ситуация такова, что в случае двух побед команда Media Partners имеет все шансы на то, чтобы спастись и сохранить свою прописку в высшей лиге. Но для этого также нужно, чтобы их конкуренты, команды, занимающие 7-8 места, также теряли очки в своих поединках. Как мы помним, этот матч должен был состояться неделей ранее, однако в дело вмешалась непогода, и игры были перенесены на сегодняшний день. Так, первый удар по воротам створ был нанесен командой Линдстрём. Пока такое неспешное начало матча, алматинская погода, в общем-то, вносит свои коррективы в турнир. Последние дни резко похолодало в городе, но, тем не менее, это никоим образом не сказывается на настрой коллективов, которые разыгрывают как золотые медали, так и кто-то борется, конечно, за прописку в элитном дивизионе. Завтра нас ожидают с вами очень интересные баталии, матчи заключительного тура, в котором определится, кто же все-таки станет чемпионом осеннего сезона. На звание лучшего у нас претендует, безусловно, фаворит команда «Алаш», в активе которой 40 очков. На втором месте идет «Энергоколледж» и замыкает лидирующую тройку команда «Казахтелеком», в активе которого 37 баллов. Теоретически каждая из этих команд имеет шансы на то, чтобы завершить сезон победой. Но, как говорится, посмотрим. Линдстрём в атаке. С начала этого поединка команда взяла мяч. Интересная атака здесь получалась с правого фланга, но здесь нападающий Линдстрёма то ли пытался пробить, то ли пытался навесить своего игрока. Тем не менее, команда зарабатывает угловой. Будет его вводить. Перевод мяча на свою половину. Здесь уже вратарь Линдстрёма выходит очень высоко, опасно пробивает. Показал, что да, угловой. Линдстрём будет снова подавать. Как-то очень все легко получается у Линдстрёма. В начале поединка проходят атаки немного без такого должного настроя, как может показаться, вышла команда Media Partners на этот поединок. Хотя мотивация, конечно же, у двух коллективов просто запредельная. Линдстрём перехватывает мяч на своей половине поля. На правый фланг отыгрывают. Здесь слева открывается 14-й номер. Мяч до него не доходит. И уже Лаша Казаишвили в атаке. Капитан, лидер и нападающий команды Media Partners. Вообще же, Лаша один из лучших и ярчайших игроков в истории мини-футбольной лиги Алматы. В частности, премьер-лиги. Выступает он в этом первенстве с 2007 года. В общем-то, как завершилась его карьера в большом футболе. Стоит сказать, что огромное количество ребят, выступавших в разное время и в казахстанской премьер-лиге, в том числе игравшие в составе как молодежной, так и национальной сборной Казахстана, в настоящее время играют в лиге МФЛ Алма-Ате. Слева сейчас атака развивается Media Partners. Перевод в центр поля. По всей видимости, будет пробивать. Удар не проходит. И великолепнейший момент. Только усилиями
голкипера команды Линдстрем. Мяч уходит за ворота, и угловой будут уже разыгрывать команда Media Partners. Да, будет простреливать с центра. Сейчас пытаются по большей части пробивать игроки Media Partners. Лашек Азаишвили здесь опасно пробивал. Мяч попадает в штангу. Ну и на добивании просто, наверное, уже не ожидал такого отскока от мяча. Ну, как говорится, штанга — это лучший друг любого вратаря. Голкипер Линдстрема вводит мяч в игру. Здесь хорошо в атаке комбинирует девятый номер нападающей команды Даурен Садыков и Сундет Барат. Мяч перехватывают команда Media Partners. Лашек Азаишвили все-таки не успел до этой передачи дотянуться. Мяч потерял, и уже из аута будут вводить в игру футболисты Линдстрема. Такой перевод сразу же в центр, к воротам, но никто из атакующей группы игроков команды Линдстрема этот тактический замысел защитника не понял. Media Partners с мячом отыгрывает в центр. Все-таки мяч потерял, очень долго разворачивался с мячом игрок Media Partners. Но здесь будет пробивать с дальней дистанции. Очень хороший выстрел 22 номера Рамазана Тюяхбая. Но голкипер, в общем-то, видел направление мяча. В центре поля Линдстрем. Перевод на правый фланг. Снова в центре с мячом уже нападающий Линдстрема. Ну, атака вторым темпом. Все-таки команда не успела совершить быстрый переход из обороны в атаку. И игроки Media Partners успели вернуться на свою половину поля. И вот Media Partners в контратаке пробивает издалека. Ну, по всей видимости, наверное, такая тренерская установка — чаще бить издалека с надеждой на то, что либо голкипер ошибется, либо скользкий мяч от газона залетит в ворота команды соперников. Снова опаснейший выстрел. Как хорошо сейчас, буквально за пару минут, мы увидели несколько интересных выстрелов по воротам. И что же здесь в игру вмешивается рефери? Да, было нарушение правил. И Media Partners будет пробивать штрафной. Конечно же, в игре в таком формате 6 на 6, когда ворота не стандартного размера, как в большом футболе, забить со штрафного крайне редко. Но тем не менее, те из зрителей, кто внимательно смотрит за нашими трансляциями, наверняка замечали, что частенько угловые приносят результат в виде голов. Линдстрем в атаке с правого фланга. Здесь мяч потерял, да и, в общем-то, не было там вариантов для продолжения развития атаки. И тайм-аут берет сейчас наставник Линдстрема. Казалось бы, в начале поединка Линдстрем взял инициативу в свои руки, однако уже по ходу поединка Media Partners сумел мяч забрать, и были опаснейшие контрвыпады. Хорошо, в общем-то, Media Partners играет сейчас на ударах с дальней дистанции. При том, что издалека ребята бьют не просто выше ворот, а в створ, стараясь при этом пробить технично. Однако вратарь Линдстрема пока действует безошибочно.
В общем-то, стоит отметить двух голкиперов этих коллективов, несмотря на то, что команды находятся на дне турнирной таблицы. Я думаю, что меньше всего претензий, наверное, заслуживают как раз-таки голкиперы двух коллективов. Свою работу они выполняют очень четко, надежно. Но не их вина в том, что часто проваливается оборона и середина поля команд, в результате чего и Линдстрем, и Медиапартнерс пропускают и тем самым проигрывают свои поединки. Снова попытка прострелить в центр, в штрафную площадку. Это 99-й номер Едиль Меркенов. Ну, здесь руками сыграл, конечно же, не специально. Шингус Жикеев, 22-й номер команды Линдстрем. И штрафной на своей половине поля разыгрывает Медиапартнерс. 39-й номер команды Медиапартнерс Селим Айдынов с мячом. Сейчас он на левом фланге, как хорошо обыграл двоих. Но вот здесь, я думаю, можно было пробить. Отыгрывает в центр поля на Ельдара Селихана. Мяч снова к Селиму возвращается и отсюда уходит в аут. Линдстрем мяч разыгрывает. Будет перевод сейчас на правый фланг. Он здесь забегал по левому флангу. 14-й номер Сабит Каскенов, который активно просил передачу. Что ж, нет. Показал, что с разворота будет здесь пробивать нападающий Линдстрема. Мяч на правом фланге. Перевод в центр. И как хорошо сейчас. Ну, мяч потерял, не добежал просто до мяча форвард команды Линдстрем. И уже Медиапартнерс вводит мяч в игру. Снова в центре поля. Активно ищут игроки варианты для продолжения развития атаки. И Лаша Казаишвили выдает великолепнейший пас. Но это был такой зрячий прострел в сторону ворот. Как хорошо сейчас Казаишвили развернулся. И 22-й номер команды Рамазан Тюякпай завершил эту атаку. И таким образом счет становится 1-0 в пользу команды Media Partners. Ну, впереди, в общем-то, достаточно игрового времени для того, чтобы Линдстрем сумел не только сравнять счет, но и даже попытаться вырвать победу. Все-таки, как я уже говорил, здесь нет нарушения правил. Здесь, да, был толчок сзади. Мотивация у двух команд, конечно же, запредельная. Все-таки борьба за сохранение места в элитном дивизионе премьер-лиги. Селим Айдынов, 39-й номер с мячом. Перевод на левый фланг. Ну что же, здесь будет удар. Нет, с центра поля. Снова не пробивает. Перевод на мяч потеряли. Опаснейшая контратака. Нет, все-таки хорошо здесь сыграл защитник. Ну, какая такая взаимная потеря мяча у двух команд в центре поля. Ну что ж, будет пробивать Линдстрем. Здесь не понял замысел своего партнера по команде. Руками сыграл. Да, конечно же, рефери сразу зафиксировал нарушение. Ну, хотя было сделано это, конечно же, не специально. Ну, поэтому рефери и не потянулся за предупреждением. Отсчитывает сейчас рефери 5 метров и стенку у ворот выстраивает Медиапартнерс. Будет пробивать, попадает прямо в стенку. Может получиться очень интересная контратака у Медиапартнерс. На левом фланге нет, все-таки мяч потерял. Ну, вообще же стоит сказать, что газон
достаточно непростой сегодня. Все-таки на город обрушилась такая непогода, дождь с переходом в снег. Ну и, соответственно, это, в общем-то, значительно повлияло на качество газона и, безусловно, передачи, особенно на дальней дистанции. Они несут в себе такую сложность для обработки. Не понял здесь Селим Айдынов замысел своего партнера. Хотя, конечно, сыграл он великолепно. Разорвал сейчас он всю защиту Линдстрома, который устремился в контратаку. Ну что ж, пас все-таки, да, прошел. Нет, здесь, конечно же, нарушение правил зафиксировал арбитр. Ну, хотя, на мой взгляд, достаточно спорно все-таки был такой игровой эпизод. Но не сказать, что игрок Медиапартнерс прям уж очевидно нарушал правила. Аджибула Акань это был. Пятый номер. И с левого фланга Медиапартнерс разыгрывает мяч из аута. Какой выстрел. Ну, на метров полтора ниже это было бы очень-очень коварно. Снова здесь Акань. Аджибола. Что же здесь было? Нарушение правил? Ну, вообще же стоит понаблюдать за действиями этого игрока, который в защите играет очень интересно. Аджибола Акань, пятый номер, легионер команды Медиапартнерс. Ну, в этом эпизоде, да, я согласен, была такая активная работа руками, что вратарь будет пробивать издалека. Ох, как опасно сейчас. Прямо в штангу пробивает. Видели мы уже голы в исполнении вратарей. Случается это не так часто, но получается очень и очень красиво. Налашу Казаишвили мяч сейчас переправляет из аута. Не дотянулся. Ну, было очень сложно обработать, конечно же, и принять такой мяч для Казаишвили. Селим Айдынов здесь помешал команде соперников разыграть мяч. И уже на правом фланге Линдстром разыгрывает аут. Там снова вратарь просит мяч. Он к нему приходит. Будет пробивать издалека. Это левый фланг переводит. Но вообще же, ох ты, как опасно. Второй хороший такой выстрел, и уже угловой зарабатывает для своей команды голкипер Линдстрома. С мячом снова Линдстром, и снова вратарь просит пас, просит активнее и чаще вовлекать его в игру, как сейчас посадил на пятую точку-то нападающая Линдстрома. Похоже было чем-то на эпизод, когда Месси также усадил Джерома Буатенга. Помните, в игре Барселона-Бавария в Лиге Чемпионов. Ох, какой прострел Алаши Казаишвили. Ну, немножко не дотянулся. Может быть, следовало немного ранее сделать этот рывок в сторону ворот. В центре поля Линдстром. Перевод на левый фланг. Будет простреливать. Нет. И Аджибула Акань этот прострел прервал, отправив мяч на угловой. Команда быстро его разыгрывает. Седьмой номер на правый фланг. Здесь в центре поля потеряли. Лаша с мячом. Отдает передачу. Что же будет? Ох, не получилось как, а? Задумка-то хорошая была у Селима Айдынова. Но прочитали здесь
защитники Линдстрома этот эпизод. Нарушение, нарушение уже в обороне зафиксировал рефери этого поединка. Ой-ой-ой-ой-ой, как сейчас. Едва-едва на грани фола. Ох, как хорошо-то пробивал. Ну, давайте посчитаем этот эпизод тем, что простреливал все-таки к воротам нападающей команды Линдстром. Это был 9-й номер Даурен Сыдыков. Активен Даурен, в общем-то, у команды Линдстрома в атаке. И что ж, 2-0, 2-0. И это забивает капитан команды Лаша Казаишвили. Увеличивает преимущество своего клуба и сразу же идет на скамейку запасных. Замена у Линдстрома. Решил взять такой небольшой тайм-аут для себя. Ну и Лаша усложняет жизнь для Линдстрома, делая счет 2-0. Не проходит здесь. Ох, как сейчас опасно. Ну, заметили, как коварно, да? Получается, выстрелы у Линдстрома в створ ворот уже 2-3 эпизода, наверное, точно. Вот я насчитал, которые были. Это и выстрел, и два из которых, что удивительно, создал голкипер команды Линдстрома. Вот он сейчас уже устремляется в атаку на правом фланге. Как я уже говорил, голы голкиперов бывают очень-очень красивыми в нашей лиге. Вообще же, по такой игре в формате 6-1 плюс 5, то есть когда 6 игроков в команде, вратарь и 5 полевых игроков, голкипер, хорошо играющий ногами, это большое преимущество все-таки. Игрок может сыграть и последнего защитника, и создавать такое численное преимущество на поле. В общем-то, и Мануэль Нойер, и Марк-Андре Терштеген, ребята, играющие ногами, задали такой тренд в европейском футболе, в большом футболе. Голкиперы, хорошо играющие ногами, но ребята старшего поколения, наверное, помнят и Эдвина Ван дер Сара, который также великолепно работал ногами и был таким помощником для своих центральных защитников. Как хорошо сейчас Лаша Казаишвили, который вернулся на поле, пытался отыграть на фланг, не получилось. Передача не прошла. Ну что ж, здесь 14-й номер просто терзает оборону. Media Partners. Лаша как остроумно отыгрывает на своего защитника. Мяч снова к Лаше возвращается. Перевод на свою половину поля мяча. Хорошо сейчас такой пошел комбинационный футбол в исполнении Media Partners. Мяч потеряли, и уже в атаку 4-3 устремляется Линдстром. Очень-очень сильно, неудобно. Будет простреливать. Тут уже и вратарь Линдстрома выходит из ворот. Просит задействовать его в этом эпизоде. Переводит на правый фланг. Вот посмотрите, как с выходом голкипера сразу же численное преимущество получает и команда Линдстром. И это позволяет, в общем-то, вскрывать вот такие зоны свободные в оборонительных рядах команды Media Partners. Тем не менее, Линдстром мяч потерял. Голкипер возвращается в свои ворота. Она, в общем-то, ошибка голкипера в такой игре, она, конечно же, чревата последствиями. Все-таки, потеряв мяч в центре поля, можно нарваться на такой нелепый и курьезный гол, когда тебе могут прострелить с центра в ворот. Но вратарь пока играет надежно.
Ой, как сейчас ошибается, это в обороне. И снова не используют свой эпизод команда Линдстром. Из аута вводит мяч в игру игроки Линдстрома. Вот, посмотрите, как интересно. Голкипер пошел в атаку с левого фланга. Сейчас уже центральный защитник в роли такого подстраховщика для своего вратаря. Конечно же, я думаю, в командах во время тренировок наигрывают защитников. В игре не всегда, конечно же, им стоять в воротах. И в каких-то эпизодах, я думаю, они также принимают участие в игре в двухсторонках. Ну, для того, чтобы человек был подготовлен в игре ногами. Нет, здесь мяч потерял. Хорошо. В обороне сыграл защитник Линдстрома. Но, тем не менее... Мяч, нет, не потерял. Там было нарушение правил, рефери их зафиксировал. Ну что ж, будет пробивать Линдстром на правый фланг, на голкипера. Мяч да, и завершается у нас на этом первый тайм противостояния между командами Линдстром и Media Partners. Счет пока 2-0 в пользу команды Media Partners. Она сегодня у нас играет в форме футбольного клуба Paris Saint-Germain, представляющего Францию. Ну и мы ждем начала второго отрезка этой игры. Итак, второй тайм. Линдстром Media Partners. Счет 2-0 в пользу команды Media Partners. В последний раз эти команды играли между собой в сентябре текущего года. Это была игра первого круга. Ну и тогда... Линдстром одержал очень-очень крупную победу со счетом 5-0. В той игре Media Partners получил сразу 3 желтых карточки. А вот Даурен Садыков, который сейчас на поле, отметился дублем. Забил 2 мяча. Еще по одному мячу на счету Шингаса Жикеева. И Даньяр Матов. И Ернар Ахметов также забили по одному мячу в том поединке. Но было это почти 2 месяца назад. Много воды, как говорится, утекло с той поры. И команда сейчас находится, ну, в разном состоянии, в том числе и функциональном. Если в первой игре осеннего сезона у Линдстрома получалось практически все. Залетали очень хорошие голы. Е2, Лашика Заишвили.
Едва капитан команды Лаша Казаишвили не поймал соперника на контратаке и голкипера, вернее, который ошибся с выходом из ворот. Но, наверное, эта ситуация показала, что все-таки не стоит голкиперу Линдстрема увлекаться игрой в атаке. И ну, вот здесь уже он на правом фланге просит мяч, будет пробивать отсюда. Линдстрем разыгрывает мяч от ворот. Такой интересный хитроумный перевод за спины защитников. Не проходит, и уже медиапартнерс разыгрывает мяч. Ох, как хорошо сейчас забрасывают мяч на Селима Айдынова. Пропускает мяч медиапартнерс. Пропустили контратаку. Они сейчас команды Линдстрем. Но до этого эпизода возник спорный момент на угловом, когда команда Линдстрем говорила о том, что мяч пересек линию углового флажка. Ох, едва-едва второй мяч сразу же не отквитал Линдстрем, но счет по-прежнему у нас 2-1 в пользу медиапартнерс. И это очень-очень скользкий счет. Преимущество в один мяч, но уже не кажется таким большим и ощутимым. Но показалось, что немного расслабились по игре сейчас медиапартнерс, и сразу же Линдстрем наказал их за такое вот отношение. Пытался здесь форвард Линдстрема перевести пяткой мяч на Даурена Сыдыкова, нападающий Линдстрема. Не получилось, не проходит здесь передача, будет пробивать издалека. Нет, обратно отыгрывает назад. Не получилось пробить. Ну что ж, может попробовать все-таки издалека пробить, а? Ну и снова штанга спасает сейчас команду Media Partners. Вот. Буквально несколько минут, и уже парочка хороших эпизодов у ворот Media Partners возникла. На правый фланг переводит на голкипера. Конечно же, удивительно слышать такое, что мяч переходит к голкиперу. При этом на правом фланге. Но как бы опять не доигрался с такими выходами из ворот вратарь Линдстрема. Ну, зафиксировал нарушение правил в этом корпус.
Штрафной пробивает Media Partners. По всей видимости, нет. Мне показалось, что будет прямой удар. Но решил разыграть. Но здесь очень нерасторопно сыграл 99-й номер команды Media Partners, который запустил мяч очень высоко от ворот. Ядель Меркенов это был. Снова голкипер. Но чем нападающих Линдстрома чаще в атаке, мы видим голкипера этой команды. Вот здесь один перехват мяча может оказаться просто фатальным для Линдстрома. Угловой. С левого фланга будет подавать. Ну и прерывает этот прострел защитник Media Partners, вводя мяч на угловой. Сейчас большое такое территориальное преимущество за Линдстромом. И счет сравнивается 2-2 в этом поединке. Ну, два разных тайма сейчас проводит Media Partners. Как играла команда в первом отрезке, когда сумела забить два мяча. Ну и как сейчас просто расслабилась во второй половине игры. И те же самые два мяча пропустила. Счет у нас ничейный 2-2. В общем-то, ни ту, ни другую команду, наверное, эта ничья не устраивает. И в большей степени, конечно же, она на пользу Линдстрома, у которой 12 очков. Но вот для Media Partners все гораздо хуже. Ей нужна сегодня только победа. Ну и, наверное, просто уже поверили в себя игроки. Показал, что, наверное, матч решен в их пользу. Как опасно сейчас. Будет пробивать издалека. Нет-нет, но голкипер хорош, на чеку, и вытаскивает мяч из ближней девятки, переводя его на угловой. С левого фланга Линдстром мяч разыгрывает. Вот здесь голкипер успевает добежать до своих ворот. Все-таки надо было, наверное, попробовать с центра пробить по воротам Линдстрома, когда вратарь был на недосягаемой позиции. Здесь снова нарушение правил, и Аджибулла Аканни фолил. Перехватывает он мяч. Пятый номер защитник команды Media Partners. Ну, здесь хорошо же открывается 99-й номер. И мяч уходит на угловой. Ну что ж, два подряд выстрела по воробьям. И быстрая контратака Линдстрома. Как хорошо простреливал сейчас Даурен Сыдыков на своего форварда. Но было, конечно, неудобно в этой позиции Барату Сундету пробивать. Он
тяжело так дотянулся до мяча. Ну, что-то долго думали на правом фланге игроки Медиапартнерс. Ну и вот эти размышления глубокие, они привели к тому, что мяч потеряли. Но, тем не менее, угловой, однако, могло сложиться все куда гораздо более интересней. Линдстрем хорошо начал выходить из обороны и сразу же в атаку, однако не доходит пока мяч до Даурена Сыдыкова, нападающий команды Линдстрем, который так высказывает претензии своим партнерам по команде. Ну, ну вот он, хороший мяч. Надо было здесь завершать. Вот Даурен просто перехитрил голкипера и самого себя. Пробил выше перекладины. Ну, счет по-прежнему 2-2. Нарушение правил фиксирует арбитр в действиях атакующего игрока команды Линдстрем. Он здесь на левом фланге грустит. 22-й номер команды Медиапартнерс. Мяч все-таки до него доходит. Едва не потерял. Хорошо поборолся. Ну, что ж, пробить же можно отсюда. Да, пробивает. Но в голкипера. Даурен Сыдыков справа. Нет. Мяч уходит прямо в руки голкиперу. В центре здесь Селим Айдинов просит мяч. Его не получает. Уже центральный защитник. Не дотянулся здесь до этой поперечной передачи от Джибула Аканни. И Линдстрем. Как опасно-то сейчас. А с левого фланга. Джибула с мячом. Вот как ошибается-то с передачи. Великолепно голкипер играет здесь. Просто оставляет на растерзание нападающим Линдстрема игроки Медиапартнерс своего голкипера. Но надо отдать должное его мастерству, который не позволяет мячу залететь в сетку собственных ворот. Ух, какую опасную ситуацию сейчас создал голкипер Линдстрема, который выводил форварда своей команды на рандеву с голкипером. Однако нападающий Линдстрема не разобрался в этом эпизоде и мяч потерял. Нет, нарушение правил снова здесь было. Линдстрем нарушает, и Медиапартнерс будет разыгрывать штрафной на своей половине поля. Хаджибула мяч перехватывает, но вот как хорошо Хаджибула работает на перехватах, также и с мячом легко. Он расстается, вернее, теряет его. Снова здесь Хаджибула. Нет. Ну, конечно, было нарушение правил. Ну, за что справедливо Хаджибула зарабатывает желтую карточку, которая стала для него второй, и удаление. Автоматически эта карточка
переходит в красную. И очень сильно Джубула подставляет сейчас свою команду, которая при счете 2-2. И для которой просто необходима сейчас победа. И 3 очка остается в меньшинстве, вчетвером против 5 полевых игроков. Но это при том, что очень активно вовлечен в игру голкипер Линдстрема. Играть порядка около 10 минут. Это очень-очень опасно. Угловой зарабатывает Линдстрем. Прямо перед воротами уже начали комбинировать игроки Линдстрема. И счет становится 3-2. Все-таки своего добивается Даурен Садыков. И делает счет 3-2 в пользу своей команды. Вот такая вот неожиданная развязка в этом поединке. Казалось бы, все складывается благополучно для Media Partners. По ходу первого тайма был хороший задел в 2 мяча, но не получилось. Ну что ж, сможет ли сейчас отыграться Media Partners? В принципе, есть еще небольшой промежуток времени. Мяч уходит на угловой. С левого фланга команда будет подавать Элим Айдынов. Лаша с мячом. Мяч потерял. Снова голкипер Линдстрема с мячом устремляется вперед. Перевод на правый фланг. Будет простреливать. И едва счет не стал 4-2 в пользу Линдстрема. Как опасно-то сейчас было ворот Media Partners. Ну, поле, да, я согласен, оно мешает такому комфортному приему мяча. Хорошо, здесь уже защитник подстраховал голкипера, и мяч уходит на угловой. Ой-ой-ой, какая неаккуратная обработка мяча. На левом фланге сейчас Линдстрем. Перевод мяча на свою половину поля. Направо здесь задействуют защитника команды. Так, снова в центр поля. Там уже голкипер Линдстрем активно просит мяч. Снова опаснейший прострел. Ну что ж, гол, в общем-то, по игре назревает, но давайте попробуем угадать, в чьи ворота случится следующий мяч. Yeah.
Ой-ой-ой-ой. Какой эпизод, а? Хорошо простреливал прям. Ну, откровенно говоря, очень сильно в обороне сейчас проваливается медиапартнерс. Ну и позволяют такие... Допускают, вернее, такие ляпы прям у своих ворот. Ну, какая обработка здесь, а? Очень неаккуратно. Можно было, конечно же, решать этот эпизод. Ну, смотрите, какие качели прям по-хоккейному здесь. Будет пробивать, да? 4-2. Печальная, конечно же, ситуация, но и турнирное положение совсем уж ухудшается для медиапартнерса, команды, которая, казалось бы, наберет сегодня 10 очков, заберет свои 3 балла, ну, по крайней мере, после первого тайма. Было такое ощущение, снова контратака в исполнении Линдстрема. Втроем против одного защитника. Будет пробивать и 5-2. Становится счет в этом поединке. Во втором тайме, ну, Линдстрем просто полетел. Включил хорошие скорости. И команда... забивать один мяч за другим. Ну, такое ощущение, что уже и медиапартнерс смирился с этим положением, вернее, даже с поражением в сегодняшнем поединке. Да и времени отыграть 3 мяча остается не так уж и много, порядка 3-4 минут, наверное, осталось. Снова опаснейший эпизод. Линдстрем. Атака вторым темпом. Здесь 22-й номер. Нет, переводят мяч на правый фланг. Здесь Даурен Садыков. Будет простреливать. Ну, здесь Шингиз Жикеев зарабатывает угловой для своей команды. С правого фланга мяч будут разыгрывать. Голкипер пробивает. И на этом завершается поединок перенесенных матчей предпоследнего тура. Линдстрем одерживает победу со счетом 5-0 над командой 5-2 над командой Media Partners. Мы ждем начала следующего поединка.